Мета мероприемства – оценить систему организации работы установ культуры, який уклад робится у развитие творчего потенциалу Гомельского краю, проверить поспяховость работы усіх напрямков культуры – от библиотечной сферы и клубной системы до музейной справы, деятельности театров и школ мастерства. Рабочая группа Министерства культуры выезжала раньше для того, чтобы побыть, встретиться с людьми, с работниками сферы культуры, для того, чтобы определиться в приоритетах, определиться, насколько данная система, она функциональна и соответствует требованиям времени. Потому что мы понимаем, время идет, появляются новые технологии, и мы здесь не то, что не имеем права отставать, мы должны всегда идти на шаг впереди. Зараз Гомельская область славится своим передовым опытом, который может применяться у масштабах страны. На посяджение значили работу гомельских пересовных аутоклубов, которые приезжают у отдаленные населенные вёски, где нема стационарных установ и показывают майстерство и талент творчих коллективов.